Больше 600 школ в новом учебном году откроют свои двери для учащихся, и 700 детских садов примут дошколят. Однако три учебных заведения начнут работу с плановой задержкой. Это 14-я и 28-я школы города Якутска, а также школа в селе Тополиное Тампонского района, где окончание ремонта задерживается из-за плохой погоды и сложной транспортной схемы. Однако в Минобразовании заверяют, что с 1 сентября учебный процесс начнется для всех школьников республики без исключения. Вместе с тем в Якутии начнут ликвидацию второй смены в школах. 10 тысяч учащихся обучающиеся с обеда начнут ходить на занятия утром. Из них 3000 в Якутске. Также сегодня можно констатировать решение одной из главных проблем – очередей в детские сады. Согласно майским указам президента Путина, республике была поставлена задача ликвидировать, как и во всех субъектах, очередность детей с 3 до 7 в детские садики. И с нашей радостью, опять-таки, общими усилиями, наш глава правительства Илтумен, Министерство образования – и наши муниципалы общими усилиями мы ликвидировали очередность в декабре прошлого года. Тем самым главную задачу выполнили. И сегодня мы с гордостью можем сказать, что с 3 до 7 лет на сегодняшний день у нас очередность обнулена. Она, конечно, разово может вырасти, там дорасти до 100, до 200, но в рабочем порядке мы их постоянно обнуляем. То есть кто-то выпускается из детского сада, вместо этого мы принимаем юных воспитанников.